Всем добрый вечер. Очень приятно каждого из вас видеть в этом зале. Что изменилось за это время, сколько мы с вами не виделись? Слышу, что ничего. Совершенно верно. Вы знаете, сегодня хотел бы поразмышлять над истиной, почему люди становятся слабыми, почему люди разочаровываются, уходят от Бога и даже пропадает желание жить. Вот над этим сегодня хотел бы буквально немного поразмышлять. Вы знаете, что у нас длинных слишком размышлений не бывает, но те, что бывают, они полезны. Поэтому я верю, что Бог благословит вас, и вы сегодня услышите те вещи, которые вам необходимо услышать. Человек отличается от животного мира тем, что он наделен интеллектом. И еще один момент очень важный. Если вы открываете книгу «Бытие», буквально первые главы, написано, что он сотворен или создан по образу и подобию Бога. Правда, это уже о чем-то говорит. Если мы верим в Бога, а я так понимаю, что здесь собрались люди верующие, то написано, что мы созданы по образу Бога и по подобию Его. Настолько это сильно звучит. И человек всегда задается вопросом, он всегда ищет, в чем же смысл. Он всегда хочет найти ответы. И когда какие-то ситуации складываются, он всегда хочет понять, почему это происходит. И человек всегда стремится к росту. Я не ботаник, не сильно разбираюсь в растительном мире, но знаю, что дерево, вот оно растет вверх, и у него красивая крона, говорят, что примерно такие же должны быть у него корни. Глубокие, широкие, чтобы держалось это дерево. Человек, когда он растет духовно, когда он растет в какой-то сфере, он всегда должен расти в двух направлениях. Это первое. Это твои взаимоотношения с Богом, это как дерево растет вверх. И второе, это то, что ты выбрал в своей жизни. Какую-то профессию, еще что-то. Ты должен в этом тоже расти. Тогда будет полноценно. Потому что Бог сказал 6 дней работы. Если ни того, ни другого происходит, не происходит, тогда чем мы отличаемся от животного? Я знаю, что в основном люди так живут. Они ставят большие цели, и они их достигают. Но вот один из вопросов, почему все-таки человек разочаровывается и уходит от Бога, теряет смысл жизни, я нашел ответ в Римлянам 1.21. Послание к Римлянам 1.21. Буквально первая строчка, она уже нам говорит или отвечает. «Но как они, познав Бога, не прославили Его?» Что такое прославить? Это сказать ему спасибо. Ты достоин этого. Спасибо. Я проснулся утром, я говорю спасибо. Я проснулся ночью, чтобы перевернуться на другой бок. И не возмущаюсь, почему все-таки такая неудобная кровать. А говорю спасибо. Я летел на самолете вот на этой неделе в Вашингтон, DC, в Балтимор.
И когда летели туда, еще такой нормальный был самолет. Я так даже отметил, говорю, ну, вроде бы и место между рядами, и все. И как-то так незаметно. Обратно летел, как будто в маршрутном такси. Знаете, те, кто хотят много заработать, они сиденья так ставят плотно, чтобы людей больше поместилось. Это мне сразу как-то напомнило. И я, в общем, всю дорогу роптал. Ну как, так тихо. Думаю, ну что это за самолет такой? И вот прям вот вообще, ну я как бы не очень еще такой высокий, ну так, думаю, что как средний такой, нормальный. А еще были выше меня, спортсмены ехали, группа целая такая, высокие ребята. Я всегда за них думал, как они поместились? Ну так вот, знаете. И я говорю, что, вы знаете, когда мы вообще понимаем нашего Бога, когда мы понимаем вообще, откуда мы произошли, куда мы идем, вообще приоритеты меняются. Приоритеты меняются. Анатолий, вот он сейчас говорит, что он в командировке находится, и он часто замечает сейчас, что люди этого мира живут одними ценностями, а у нас другие ценности. У нас другие ценности. Абсолютно другие. И когда они меняются, чтобы уже понимать смысл жизни и вообще от кого ты зависишь и насколько Бог участвует в твоей жизни, вообще жизнь становится другой, абсолютно другое, все другое. И ты по-другому это все воспринимаешь. Но Библия говорит, так как они не узнали Бога, не познали Его, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, а возблагодарили это за что, это как? За то, что в самолете имело мало места или как? Нет, за то, что ты долетел. Найди за что, понимаете? За то, что есть такая возможность всего за 5 часов преодолеть вот эти 1000 миль. Найди возможность, за что? Ты здоровый, ты прилетел, слава Богу, полежал. Я, конечно, там вспоминал, как у меня диван широкий. Я думал, иногда я там тоже бывает недовольный, что там где-то... Но сейчас я такой был доволен, что он такой дома широкий, понимаете? Потому что там так мало места. Написано, они осуетились в своих умствованиях и омрачились. Вот и несмысленное свое написано, и их сердце, вот оно омрачилось, оно осуетилось. То есть, когда мы начинаем сосредотачиваться на земном, на этом временном, нет работы, нет достаточно заработка, нет того, нет того, нет того, у нас сразу пропадает смысл благодарить Бога. Знаете, иногда Бог закрывает одну дверь для того, чтобы открыть другую, и мы этого тоже не понимаем. А чуть позже мы говорим, да, все-таки это хорошо, что это произошло в тот момент. Библия говорит, называя себя мудрыми, обезумели. Следующий текст. И славу нетленного Бога они изменили в образ, подобный тленному человеку. И птицам, и четвероногим, присмыкающимся. А дальше такой не очень понятный текст. Вот за это все... 24. Бог предал их похотям, в их похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Когда человек вообще теряет ориентиры в жизни, не понимая, зачем он живет, но вы, кстати, хочу заметить, это обращение к верующим. Вот это обращение к верующим людям, к тем, которые находятся в церкви. Я понимаю, это не про нашу церковь, но тут так написано, что тут оно есть такое. Написано, они заменили истину Божью ложью. Библия говорит, святой день суббота. Они говорят, нет, воскресенье. Почему? А потому что, так церковь сказала. Я посетил на этой неделе музей Библии. На прошлой неделе. Музей Библии. И вы знаете, там... Я сфотографировал, я готовлю слайды сделать, показать вам, что я там видел. Кажется, что такое музей Библии? Вот что такое музей Библии? Вот что бы вы музей Библии показали? Какая она толстая? Друзья, в этом музее 6 этажей. Это 6 этажей, огромнейшее здание. Для того, чтобы вам понять, это скажу, что мы провели там где-то 4 часа, и мы прошли один этаж не полностью. Их 6.
показывается, как Библия влияет на заключенных людей. Как люди каются в тюрьме. Как Библия, как музыка, как Библия влияет на музыку. Как музыка влияет на Библию. Показывает, как влияет на молодежь, на подростков. Все, все, все. Показано вот в городе, это Вашингтон, Д.С., где сколько в городе вообще мест, где цитируется Библия, где библейские тексты и так далее. Это сотни, сотни просто, понимаете? И многое другое. Как она печаталась? И там же написано, что в 321 году Константин изменил субботу на воскресенье. Просто написано. В 321 году Константин изменил. И сегодня весь мир продолжает идти не за Богом, а за Константином. Хотя внутри говорит, что за Богом. Написано, они заменили эту истину Божью ложью. Написано, они поклонялись твари вместо Творца. А дальше еще хуже. Написано, Бог предал их постыдным страстям, и женщины заменили естественное употребление противоестественным. Мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоть друг на друга. Мужчины на мужчинах. Когда это писалось вообще, друзья? Ну, правда, не в этом году и не в прошлом, да? Тысячи лет назад. Это то, что мы сегодня, с чем мы встречаемся. Но хочу сказать... Проблема не в том, что грех был грехом. Проблема, знаете, вообще в чем? В том, что грех узаканивается на государственном уровне. И вас, верующих, нас всех, заставляют посмотреть по-другому и сказать, это не грех. Это грех старый. Старый, посмотрите, это старый грех. Мы знаем Содом и Гоморра. Это тысячи, тысячи лет. Не могу точно сказать, сколько, но тысячи лет. Вот такой старый грех. И он был всегда, и в Советском Союзе был, и везде был, во всех странах. Но все понимали, что это грех. Сегодня перестали понимать, что это грех. Сегодня это стало нормой. А 28-й текст говорит, еще интересное слово такое. «И так как они не заботились иметь Бога в разуме». Подскажите мне, как это понять? Заботиться иметь Бога. Ну как заботиться можно? Отвечу. Вот вы пришли сюда. Вы знаете, что вы сделали? Вы позаботились о том, чтобы иметь Бога в разуме, вы пришли сюда. Это один из ответов. Вы позаботились о своей душе, о своем состоянии. Вы позаботились о том, чтобы Божье Слово сегодня прозвучало к вам. Неважно, я стою, другой, третий. Это Божье Слово звучит отсюда. Это не мы, это Бог сегодня хочет это донести сегодня. Поэтому я сказал, кто-то услышит то, что ему нужно сегодня. Позаботиться – это остановиться в этой суете, открыть Евангелие, Божье Слово, Библию почитать. Позаботиться – это встать на колени и помолиться. Ну, написано, что дальше написано, какие люди будут. Я не буду читать, потому что тут... Слишком много, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримирительные, немилостивые и так далее. То есть вот это о таких людях пишется, что сегодня вот такие люди будут нам встречаться. И при этом всем надо не разочароваться, иметь этот сильный стержень и смотреть по-другому, чем смотрит этот мир. Но это один из видов, почему люди разочаровываются, почему люди уходят от Бога и даже теряют смысл жить. А второй, который я сегодня отметил, очень странный. Очень странный.
Я не знаю, ли вы над этим когда-то размышляли. А вот сегодня я хочу, чтобы вы погрузились в это размышление. Искушение истиной. Странно звучит, правда? Искушение истиной. Вас вообще истина искушали когда-нибудь? Вы даже не знаете, что это такое. Давайте прочитаю. Простой текст Евангелия от Матфея, 4 глава, с первого текста. Вы знаете, что Иисус готовился к служению, предстояло служение, которое должно было длиться 3 года с половиной. И вот в подготовку входило то, что он должен был пройти через пост. И не знаю, ли кто-то из вас в жизни когда-то постился. Пост — это означает ничего не есть. И вот ему нужно было это пройти. Но вы знаете, что самые лучшие вещи в жизни гладко не проходят. И вот 4 глава с 1 текста. Читаем. Матфея. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню». И дальше написано: «Для искушения дьявола». Написано: «И постившись 40 дней», второй текст, «и 40 ночей напоследок взалкал. Приступил к нему сатана и сказал», шестой текст, читаем дальше. Он много ему говорил, но мы прочитаем шестой текст. «И говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз». Он его берет на крыло храма, на вершину, не знаю, сколько метров, сколько этажей, но высокий, и говорит: «Бросься вниз». И знаете, что он начинает дальше делать? Он начинает ему цитировать 90-й псалом. Кто из вас знает 90-й псалом? Вот видите, знают некоторые, да? 90-й псалом. И он ему цитирует 90-й псалом, 11-й текст. Открываем 90-й псалтырь, 11-й текст. «Ибо ангелам своим заповедуют о тебе охранять тебя на всех путях твоих». 12-й текст. «На руках понесут тебя, и да не приткнешься, а камень ногою твоею». Чем дьявол искушает Иисуса? Мы можем сказать, истина искушает. А теперь подумайте, он истину искушает истиной. Иисус же истина, правда? Он слово, да? И он его искушает истиной. Вот отсюда давайте поговорим поподробнее. Знаете, когда нам приходится делать выбор между ложью и истиной, ну правда легче? Вы просто перед выбором. Выпить или не выпить? Закурить? Ну, не закурить. Думайте. Съесть? Не съесть. Ну, выбор делайте. Потом вы так анализируете, вы там с детства верующие, думаете, или там знаете, как надо делать. Нет, не сделаю. Ну, делайте выбор. Но как сделать выбор между истиной и истиной? Я не знаю, ли вы об этом когда-то думали. Давайте я попробую вместе с вами сегодня поразмышлять. Посмотрим, что у нас из этого получится. 1 момент, одна истина, это когда я прохожу через что-то. А 2 момент, это кто со мной рядом стоит. Вы понимаете? Это правда, что я в такой ситуации. Это правда, что написано. Это правда. Но есть и другая правда. Есть и другая правда. Вы знаете, хочу сказать, что дьявол, он очень на этом играет. Сегодня мы об этом немножко поговорим. Зачастую мы превращаем людей в богов. Мы их обожествляем.
И хотим, чтобы эти люди, они прославляли нас. И когда этого не происходит, мы очень разочаровываемся. Мы хотим превратить их в людей, которые бы нас так славили, которые бы так нас одобряли, больше, чем Бог. И когда этого не происходит, мы разочаровываемся. А некоторые пытаются превратить деньги в свою безопасность. Вы слышали такое, да? Я хочу иметь безопасность, поэтому я так хочу заработать, чтобы быть настолько обеспеченным, чтобы уже чувствовать себя безопасным. И в конце концов мы забываем, кто является подателем всех благ, и начинаем ударяться только вот в это, чтобы чувствовать себя безопасно. И когда мы смещаем акценты, это истина, правда? Что нам надо заработать? Но есть истина в том, что мы забываем, от кого мы получаем все. Мы забываем прославить подателя всех благ. Мы уповаем на материальное. И Библия говорит, мы читали, что они начали славить творение материальное вместо Творца. То есть деньги стали чем-то большим. А Давид говорил, а я на Господа уповаю. Почему? Потому что от Него приходит помощь. Только от Него приходит помощь. Не нужно уповать на то, что материально. Поэтому Иисус увидел, не нужно делать хлеб, камень хлебом. Не нужно делать это. Почему? Потому что это не от Бога исходит. Это не та ситуация. Это исходит от дьявола. Поэтому сказал, очень важно, кто рядом с нами стоит в этот момент. Мы настолько разочаруемся, что мы уйдем от Бога. Римлянам 1:24 написано, «И предал их Бог похотям сердца и нечистоте. Они сквернили сами свои тела и заменили истину Божью ложью». То есть что-то земное, материальное стало на первом месте. На первом месте. Это обожествление людей. Это все к тому, чтобы обезопасить себя материально. Еще и на долгие годы. Знаете, я вот как бы не замечал этого раньше. Но когда я исследовал эту тему для себя, я обратил внимание на один текст. Давайте прочитаем Матфея 4:7. Иисус сказал ему, Матфея 4:7, написано так же. Это Иисус отвечает ему на запрос, который дьявол дает. Он говорит, ведь написано. Это же истина, правда? Написано. Он ему отвечает, но написано также и еще что-то. Есть истина, но есть и другая истина. Как это понять? А знаете, это правда, друзья, что я согрешил. Это правда. Это правда, что я отступил. Но есть и другая правда. Что Господь, Бог говорит, ты не можешь так глубоко упасть, чтобы я тебя не достал. И Он говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон. Это правда, я согрешил. Согласно Слову Божьему, да. Но есть также написано, что Он может поднять, омыть, очистить и поставить меня пред Отцом таким, как будто бы я никогда не грешил. Если я поверю в первую правду, что все согрешили и лишены славы Божьей, я с этим и останусь. Я должен увидеть, а также написано в Слове,
что я силен поднять, я силен поддержать, я силен спасти, я силен дать тебе новую жизнь. Это очень важная истина, друзья. Я не знаю, насколько вы это глубоко сейчас понимаете. Это правда. Это правда, что мы все согрешили. Да, это правда, что я грешник. Но правда и в том, что за меня умер Господь. Это тоже правда. Также Иисус говорит, да, так написано. Но также написано, не искушай. Но также написано, что Он мой Спаситель. Это сильно, нет, друзья? Это очень сильно. Знаете, хочу сказать, что если мы останемся и согласимся с тем, что дьявол нам нашептывает, мы разочаруемся. Нам не захочется жить. И мы будем искать возможность, как бы уже забыть вообще за все. Две истины. Одна истина – это то, что врач сказал мне, что у меня такой диагноз. Это истина, да, действительно, я посоветовался с другими, я вижу, что это такой диагноз. Но другая истина заключается в том, что я Господь Целитель твой. Вы понимаете? Написано так же, я Господь Целитель твой. Да, это правда, это истина. Поэтому дьявол может искушать на истиной и говорить, да, но вы видите, вы все согрешили, да, вы все такие. А Иисус, Он говорит, но ведь написано. Так же написано. Это в 7 тексте. Вы знаете, хочу сказать, что у меня есть истина, поэтому я не раздавлен в этом мире, потому что истина, она меня всегда поднимает и возвышает. И я совсем по-другому смотрю на этот мир, как смотрят люди этого мира. Почему? Потому что у нас есть перспектива. У нас есть возможность жить по-другому, и мы живем. У нас есть вера. Я одинок, но я не один. Я с Господом. Я с Церковью. Вы понимаете? Хочу сказать, что на сегодняшний день, я согрешил, но я не грешник. Как это понять? А понять очень просто. Вы можете претендовать, что вы не грешник тогда, когда вы сожалеете о сделанном грехе и не находите в нем удовольствия. Вы просите прощения, и Господь делает вас чистыми. Вы согрешили, но вы не находите в нем удовольствия. Вы сожалеете, что это произошло. Это истина, друзья. Это правда, что мы согрешаем. Но правда в том, что Господь нам дает возможность выйти из этого. В заключение хочу прочесть одно место, которое на память привести даже читать не буду. Вы его тоже знаете. Иисус, обращаясь к верующим людям, к такой, значит, образованной аудитории, Евангелие от Иоанна 8:32. «И познайте истину». Я же говорил, что вы знаете. Истина сделает вас свободными. Хорошие слова, нет? Вам они нравятся? Да. Это не унизительно для вас вот так это слышать, да? А для этого народа было унизительно. Это было оскорбительно. И они говорят, сразу возмущение пошло. И следующий текст, когда мы читаем, они говорят, как? Так мы рабами никому не были. От чего ты нас освободить хочешь? Знаете, хочу сказать, что человек настолько привык жить в рабстве
своих проблем, что он забыл, что 430 лет он был в рабстве. И, к сожалению, продолжает в нем оставаться. Поэтому, когда Иисус предлагает освобождение, он говорит, а мы никогда и не были. Это о чем говорит? Состояние то, это нормально. Понимаете, да? В то состояние попал, родился в нем и продолжаю жить. Я другого не знаю. Человек настолько свыкается с грехом, что когда мы говорим, есть новая возможность, есть новая жизнь, есть новый горизонт, есть новая жизнь. Он говорит, а что мне менять, у меня все нормально. Мы никогда не были никому рабами. Но по сути-то были, правда? Но это не считается, что ты был, что ты в нем и остаешься. К сожалению. Знаете, Иисус говорил, что то, во что мы верим, оно становится истиной. То, во что мы верим, становится истиной. Вот они верят, что они не рабы. Это для них правда. Они живут в рабстве, они в грехе. Они думают, что это нормально. Хотя Слово Божие говорит, нужно освободиться. Но, к сожалению, еще и другое, что мы готовы всем помочь и всех исправить. И мы точно знаем, как надо поступить. Мы точно знаем, как надо поступить. Вот если бы я был на месте вот этой женщины, я точно знаю, как надо поступить. Если бы я был на месте пастора, я вообще по-другому бы это все делал. С завтрашнего дня бы уже все по-другому делал. Если бы я был на месте вот этого человека, да я точно знаю, как надо поступить. А знаете, как быстро это меняется все. Когда мы попадаем где-то в подобную ситуацию. Мы знаем, как надо, тогда, когда мы сидим где-то в стороне и наблюдаем. Но когда мы попадаем в ситуацию, мы бьемся за голову и говорим, Господи, вообще не понимаю, что с этим сейчас делать. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вы знаете, я хотел бы, чтобы эти слова не оскорбляли нас, как оскорбили их. А мы сказали Господу, а от чего, скажи, пожалуйста, и делай все, что ты видишь необходимым. Освобождай нас. Мы семя Авраамова, Господи. Да мы вообще рабами никогда не были. А мы знаем, что они были. Историю читаем и так далее. Знаете, они просто поверили в свою историю, согласились с ней и так продолжили жить, ничего не меняя в своей жизни. А Иисус ответил очень просто. Очень просто. 34 текст. Истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Очень просто. Мы, к сожалению, можем повторить где-то подобную ошибку. Мы можем стать рабами своей истории. Своей истории. Мной никто не интересуется. Я никому не нужен. Вообще меня никто не любит. И в этой церкви вообще мало любви. А знаете, в чем настоящий ответ? Записывать не надо, запомните. Я никем не интересуюсь. Я никого не люблю. И я никому не проявляю любовь. Это настоящий ответ. Но человек верит в ту историю, которую он себе выдумал. И говорит, так все плохо. А Иисус говорит, истина сделает свободными. Ты только прими меня. И ты освободишься от всего этого. Не верьте в историю, в которую вы попали. Не верьте в нее.
не привыкайте и не соглашайтесь с ней. Это правда, что вы не оказались. Но есть и другая правда, что Господь может сделать нас свободными. Он говорит, познай истину, и она сделает тебя свободным. Нет такой глубины, нет такого рва, откуда бы Господь нас не достал. Если вы согласны, скажем аминь. Аминь. Помолимся давайте. Господи, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты в этот вечер обратился к нам словами из Священного Писания. И мы услышали то, что необходимо нам сегодня услышать, что в этом мире жестоком греха, где много несправедливости, Ты есть справедливый Бог. И это правда, это истина. Но также написано, что Ты делаешь нас свободными, что в Тебе мы можем увидеть другой мир, что, узнавая Тебя, исследуя Слово, мы можем становиться другими людьми. Благослови нас, чтобы мы ничего не подменяли, ничего не заменяли, чтобы мы учились у Тебя. Прости наши согрешения. Помоги нам не роптать в этом мире, что все так плохо, а видеть самое лучшее, участвовать в жизни этих людей, в жизни церкви, в жизни этого мира, который нуждается в Твоем спасении. Будь с нами в этот вечер. Благослови всех, кто сегодня пришел. Благослови ситуацию там, где война происходит в Украине, чтобы не гибли люди. Это дети Твои. Они просто стали заложниками греха. Слава Тебе за услышанную молитву. Аминь. Аминь.